разнообразный, могу и металла ввалить, могу и типа на акустике пощипать. Или то же самое, мы забыли, кто мы есть, там же тоже идет этот на акустике рубка. Даже будет куплет на акустике сыгран. Разнообразие. Огни печальных улиц сквозь капли на стекле, и горький едкий дым застыл на языке. Усталый томный взгляд и сердце тихий стук, и только боль и пустота сегодня сам. И вот здесь тоже смотри, перебор на акустике. Капелькам разливаются мысли день за днем. Я разбиваюсь на сотни частиц, и мне уже все равно, что за окном сияет солнце или дождь. Я так устала. Поэтому еще раз, разговор про разнообразие — это когда ты виртуоз и в том, а когда ты не просто пощипал что-то, ну, как бы каждый может пощипать. То есть я могу взять, допустим, бас и на басу что-то сыграть, и даже какую-то песню могу записать, и лучше многих басистов. Но понятно, что Виктор Вутенчину или какой-нибудь Пилечевский я на басу не выдам, и все.